Торжественный концерт, посвященный Национальному дню Домбры, прошел в Алматы. На площадке парка Куктубе выступил оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Алматинцы и гости города получили возможность познакомиться с богатым музыкальным искусством казахского народа, а также увидеть мастерское исполнение мелодий на Домбре. Национальный день Домбры ежегодно отмечается в Казахстане в первое воскресенье июля. Он подчеркивает важность и значение Домбры в культурном наследии нашей страны. Домбра – символ казахской музыкальной традиции, передающие мудрость и душевные переживания народа. И этот день, я так думаю, он должен праздноваться и праздноваться. Он должен праздноваться в более крупных масштабах, я так думаю. Потому что домбра является достоянием нашей культуры. Когда говорят про казахов, уже можно сразу подумать о домбре. И также наоборот. В этом году День домбры проходит уже 6-й раз. Но первый раз именно вот на Куктубе.